подпишись на канал. Узбекистан Шахзода. Имя при рождении Зилола Бахадыровна Мусаева. Дата рождения 28 июля 1979 года. Место рождения Фергана, Узбекская ССР. СССР. Страна Узбекистан. Профессии певица. Жанры поп, поп-фолк. Коллективы женем. Лейбл Рязанова. Награды 2003 год. Победительница в номинациях «Имидж года» и «Лучшая певица года» 2004 год. Победительница в номинации «Альбом года» 2005 год. Победительница в номинации «Песня года» Кира Гимсон 2006 год. Лучший хит года Кичала Рии Кимли 2006 год. Орден Шухрат 2010 год. Приз в номинации «Лучшие видео» на World Fashion Awards 2010 вместе с Дает Смаш 2010 год. Премия Big Apple Music Awards в Нью-Йорке, как лучший артист Центральной Азии и Кавказа 2014 год. Песня года «Шунчики» 2015 год. Топ-клип «Шунчики» от Рязанова. С детства увлекалась музыкой. После окончания школы поступила в Международный государственный Киевский университет, факультет менеджмента. Затем бросила учебу и начала профессионально заниматься музыкой и вокалом в составе дуэта «Женя Рус. Душа». В 2001 году Мусаева взяла псевдоним Шахзода и начала сольную карьеру. В 2003 дала первый сольный концерт, снималась в кино. В 2009 году записала совместную с Дает Смаш песню «Между небом и землей», которая заняла 8 место в чартах Муз-ТВ-2 и получила ряд наград. Затем было сотрудничество с группой «Акчент», результатом которого стала песня «Аля Лони». Работает с французским диджеем Шоном Биэм, английский Сиан Бой. Композитор Эльдар Юлдашев создал для певицы хит «4 кадам» и альбом «Севги Бум». Песня «Мой золотой» был спродюсирована композитором Д.Р. Чосте. В 2016 году совместно с группой ТОО вышла песня «Линда». С 2017 года Шахзода начала сотрудничать с российским музыкальным издательством «Медиа СДВ», выпустила новый сингл «Люли», «Люли, ты оставь комментарий». Узбекистан. Имя при рождении Алишер Мухаммадович Узуков. Дата рождения 25 августа 1984 года. Место рождения Ташкент, Узбекская ССР. СССР. Гражданство Узбекистан. Профессия актер, певец, кинорежиссер, футболист. Шоумен. Годы активности 2007. Н.В. Театр Дейдор. Театр студии Яси. Роли З. М. Бабур. Награда. В 2012 году стал победителем Эмамперсантва в номинации «Лучший актер года». 2012 в качестве режиссера в номинации «Лучший фильм года». 2012. Энди Дадамба. Апострофи Док. Спектакль «Улдуз Литун Лар». Алишер Узаков получил широкое признание и известность в Узбекистане в 2009 году после главной роли в узбекском драматическом кинофильме «Яна Паечки. Мистер Никто». С тех пор Узаков снимался во многих узбекских фильмах. Алишер Узаков также попробовал свои силы в режиссуре и в 2012 году снял фильм «Энди Дадамба. Апострофи Док». В 2012 году Узаков заявил об окончании карьеры в качестве актера и подписал контракт с ташкентским футбольным клубом «Истиклол», который выступает в первой лиге чемпионата Узбекистана. В составе «Истиклола» Узаков играл до 2015 года. В 2016 году работает в театре Дейдор Бахадыра Юлдашева. Играл в главной роли спектакля «Улдуз Литун Лар». В 2017 году первый раз стал телеведущим на канале «За апостроф РТВ» в телевизионном музыкальном шоу «Ты Чаверуб, ты оставь комментарий».